The Debide спойлеры. Я просто обязан предупредить тех, кто только что попал на мой канал или не смотрел все предыдущие ролики, что этот выпуск состоит сплошь из спойлеров. В нем я собрал самые интересные моменты, ну, на мой взгляд, которые были за первую половину 2020 года. Поэтому, если этот ролик первый, который вы смотрите, то не удивляйтесь, что в остальных потом будете какие-то моменты находить такие же. В общем, всем приятного просмотра, до новых встреч в эфире, а я пошел Данюшеньку отмечать. Погнали. Вкусно-то, а? Три шотных. Это рай какой-то. Для крысы. О, для профессионального игрока. Чуть не оговорился, да? Чуть-чуть. Два осталось. Но сушки там и так не скучно, она на меня не смотрит. Один, ну дайте хоть ЛТшку-то добить, а? Ну пожалуйста. Спасибо, любезный. А теперь самое вкусное. Самый халявный фраг. Обожаю это. Стоял его на зеленочке. Что-то стерве вообще плохо. Ага. Это типа помог, приехал, да? Ты что делаешь с ним? Слышь, ты можешь позвать кого, стерва? Там живая вообще? Малый, ты что делаешь? Ты что с ним делаешь? Позовите кого-нибудь. Слышь, Ты чё, он уже вон обсосился, весь, брось его. Чё ты творишь? Я вот не понимаю, стервы нравится, что ли? Или у вас игры такие, ребята? 50 оттенков коричневого. А теперь ты стоп-слово вспоминаешь. Так точно, нужна помощь. Никак нет. Флюга Хамин. Подошло, походу. Вот она, самоизоляция. Сидишь в комнате, все в дерьме. Какой пёс этот пришел? Сука, вирусный. Вот реально, даже уже обосраться негде. Что происходит? Что вам всем от меня надо? Чего мне пообложили? Вот скажи, что тебе от меня надо? Чего ты лезешь? Чего? Вот чего тебе надо? Какие макарошки, Ты что, в Ашан пришел, что ли? А, язык свой бомжатский включил. Иди там, да, найди своих... Что, извините? Нет у меня гречки, уйди! Это какой итальянец тут у нас? Или местный? Или итальянец? Или местный? Сука, ты определись уже, Бона ля перда! Местный все-таки. Я сейчас выпишу купон. Давай, приемник, давай. На! Так вообще он на саны его, на желтые ценники распространяется. Ну что я тут забыл? Нет, посвящаться там. Языки программирования учить там. Иностранные. Нет же. В танк залез. Мудрейший поступок. Это кто? Не курю уже. Лет 5. И тебе не советую. Бубка-гоп. Спортивные штаны. Когда этот год закончится уже? Чё? Чего? На! Свинцом оботрись! Чтоб радиация не налипла. Ах, благо меня тут больше никто не достанет. Кроме диареи. Я теперь понимаю, зачем все эти ребята столько бумаги затарили. Конечно, 2 недели према насыпали. Играй теперь тут до усрачки. А сейчас я еще кусочек отсею вот этих вот параноиков, которые рождены всякими замечательными видосами. Типа, а как ты сейчас так вот прям сразу троих-то вот прям по очереди, прям за 3 секунды прям всех пообхватал в автоприцел? Ты как это сделал? Показываю. Смотрите, берете мышку в руки, шевелите ей,
нажимаете вот эту вот кнопку правую, чтобы хватать. Правую нажимаем, прям вот. И она хватает в автоприцел. И снимается автоприцел. И хватает, и шевелить. Если у вас так не получается, то развивайте мелкую моторику. Там, не знаю, эспандер себе купите, там, кликер скачайте. Перестаньте на арте играть, а другой рукой дрочить, чтобы у вас тут, блядь, на экране мышка, блядь, дергалась, и вы никого попасть не могли. Что-то делайте с собой, а не с людьми, которые в вас попадают. Не, ну это кикос. Вы просто посмотрите, как руки трясутся. Я вообще не пил, ну как алкаш вообще все. Засуньте, откуда вылез! Чё ты такой живучий, падла? Не, я всю удачу выдавил. Весь тюбик. Все, больше нету. Однозначно, уже просто, уже не будет удачней. Ща мой экипаж новый шоколад в кабину поймает, я чувствую. Я прям чувствую, как говной воняет. А ну вот, летело. Понятно, все. Хотя, возможно, это уже даже не от чемодана, это просто из-за того, что уже нервы ни к черту! 4, 3, 2, 1. Все! Захват базы! Я в одну каску захватил лошаровы! Победа где? Где победа? Как где телефон Павла Астахова? Я сейчас эту картошку ссаную засужу. Да как, сколько издеваться можно? Ну, что ты мне подсказываешь, что из меня пиротехник такой себе. А вот из бочины стоит, блядь. Ну, неужели я сегодня кого-нибудь подожгу, а? Вот вы... Да, бочины заряжаю. Так не испуган. Загорелся! Загорелся! А, блядь! Не. Куда-то и не туда, блядь. Дайте добить вторую прогету. Не. Трупа. Ну и ладно. Ты что здесь забыл? Ты не щипайся, Не щипайся! Не щипайся нам! Че, хочешь, чтобы тебя на лице посидели? Как тебе? Комфортно? Нигде не поддувает? Сквозняков не ощущаешь, не? Ну все, пеструн. Готовь ротовую полость. О, братишка, давай! Давай дуэль! Раз на раз! С равной силой, равной дудке! Ух ты, как же красиво горит, а! Аж пиво с креветками захотелось. Почему мы это? Не попался же лошара с домпайком! Блин. Может, вот в этом... Кусти, не? На. Уху! Не все. And you know how we do. Чудеса. Остался один ковер. Каэрнарвон, сука, как такое название выговаривать-то можно нормально. Не пьяному, сука, не обдолбанному. Каэрнарвон. Какое-то заклинание на бесплодие или болезнь какая-нибудь. У него, говорит, Каэрнарвон, не трогайте его лучше. О, братик подъехал. Братик, смотри, как я умею, братик. Да ты мне еще и помочь. Ух ты, красавец какой, давай. Покажи свою всю каэрнарвонью мощь, каэрнарвонячу. Толкай, так, толкай. Уйди, мой хороший. Все, я тебе потом пряник скину. Пожуешь. Беги сюда, пес. Ку-ку, ёпты! Оно явно того стоило. Лапки. Лапки 4-6. Я 4-6 левел. Я 4-6. Я вообще прям четко подхожу под твои критерии. Давай, братан. Вот он я. Я ближе некуда, жми. Приглашай меня во взвод. Давай, плюс. Ой, я от тебя не отлипну, как банный лист. Буду тебя светить и прям не пересветить. Падла. Нет, не я же. Я вообще ничего такого не делал ни разу. Какой минус один? Вы что, вообще что ли полоумели? Вставай, лапки. Вот новый автомобиль. Свеженький. С зеркальцами. Мощный двигатель. Ёлочка висит. Пахнет как прям новым автомобилем. Коробочку в спорт переключу. И быстро... Дерево тут откуда? На дороге? Что такое-то? Руль! Да, она сама. Это дерево. И это вот...
егерей тут насажали. Согласен. Всего лишь один враг меня отделяет от победы. Давайте, убейте его. Или я сейчас... Все, молодцы. Красавцы! Победа. Покажите то, что я так долго ждал. К чему я так долго шел? Ну, должно очков хватить. Ну. Да! 13-й, все, этап пройден. Покажите. Ну покажите же мне уже мой приз! Где он? Вот он. Я так долго ждал. Мне прям снилось, как я это сделаю. Я прям не мог дождаться этой минуты. О, Пеструн, привет. Тик-тик-тик-тик-тик. Забежал. Ну и ладно. Проведем математическо-баллистический расчет. Ветер дует с моря, забор из говна и тряпок, Пеструн едет со скоростью тортика без мехвода, а наводчик выпил 5 банок Редбула. Вроде все правильно. Не, ну тут на самом деле чуть-чуть повезло. Все остальное сделал мой острый ум. Читер, 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 читер. Вроде с нами много кто едет. Неплохо. СТБшечка, давай, свети, беги, братан. Будешь светить, буду кидать. Что-то тут деревьев насыпал. Ну здрасте! И что дальше? Я что, умер, что ли? Что тут залез кататься? Вставай, алло, выходи. Ну! Давай! Вставай на ноги, иди отсюда, пешком. Нажрутся с утра пораньше. Т-95, 5 фрагов. Ладно, воина тебе так воина. Чё, сейчас найдем, убивай. Ползи только, черепашка. Долго он будет карабкаться. Особенно если здесь где-нибудь. Тут вроде нет никто. Да знаю, знаю, не буду я тебя убивать, давай. Ползи уже, здесь тут. Тут где-нибудь, если он не утонул еще. Вот, на. Забирай. Давай, вот она, забирай. Давай, стреляй. Ну, стреляй. Сука, в скалу? Чуть больной, что ли? Сейчас шот приму, на. Вот, она на КД. Иди убивай ее, на КД она. Все, вот убил. Сука, сейчас свалится же. Давай, добей ее за лытки, держу, за трусы, заряди. Ну, убей ее, хоть сейчас-то, алло. Не, братан, ты не черепаха. Ты дятел, сука. Ёбрик, давай, молодец, красавчик, давай. Орел, беги. 45-й мне не подойдет, он спрятался там за лодкой. Он, сука, моряк. А вот Борисочка нормально. Барбарисочка. И Сушечка. В смысле? Куда они делись? Чё происходит? Братик, беги оттуда. Беги, пожалуйста. Да чё это такое творится-то, а? Где все, блядь? А-а-а! Да. Ух. Жаль, конечно, потух. Ух, как ты права-то, мадам. У нее там инфлямен сейчас конкретный. Сидит, наверное, сейчас на алике, остудитель в кресло ищет. Кстати, так и не нашел. Че, падла эта квадратная кидается. Я уж из-за света ушел давно. Ну, 3-4, ты вообще, что ли, бессмертный? Ты думаешь, я просто так сюда вниз уехал? Может, забыл наручник поставить, вниз скатился? Вот, собственно, и все. Этот уехал. Я, если подниму, сейчас тоже в ангар отправлюсь. 59-ку сейчас быстренько разберут. Пеструн, вообще непонятно, кому что светит, стоит. Арта опять кидается. Да ты как сдох! Ты для этого ко мне подкрадывался, чтобы сдохнуть рядом. Я просто обожаю эту игру. Что не союзник, то уникум. Че? Мадама, ты че там фугасов обнюхал? Какой принц? Вот 44-ка, жопин, фламен, капут, я понял. Это какой принц? У тебя там что, кукуху или трахин? Какая красотень. Вообще на самую горку залез. Колесо починилось. Что, колесо починилось? Берем разгон, бежим на самый верх. На самый верх, самую вершину. Покорим этот Эверест. Ну, давай, чё мешаешь мне? Слышь, я тут альпинист вообще-то, я тут лай... Ну что ж, пора и поработать. Здравствуйте! Я представитель компании Amway. Я вас уверяю, вам очень необходима мазь от анального зуда. Так
тут уже не интересно, надо кого-нибудь повкуснее найти. Какой там фиолетовый лопается. Разочек шатнуть по фиолетовому. Подъехать. Все? Поиграл? Ты был-то хоть? Либо? Дима, Дима, что ж с тобой битва блогеров сделала? Либо Ярчик. Либо Ярчик. Дайте я вот здесь подожду, либо Ярчик. Ой. Разворачиваем рога, намалываем сетку. Вот он даже опростаться не успел. В отличие от меня. Ой, против ОИ. Ой-ой-ой. Боже мой, звучит странно. Ну чё, мощный танк едет убивать мощный танк. Покажись. Покажи, где ты тут? Ты чё удумал, тварь? Я тут подумал, что гиппопотамы все-таки очень страшные животные. Ведь они примерно так как-то сексом трахаются. И у этого жопа сгорела. Прекрасно. Сейчас подышимся. ИСУ-152. ИСУ! ИСУ. И этот загорел. Не, ну в принципе все логично. Везде должен быть баланс. Если весь день горит жопа, то начинаешь фаерболы метать. Ну ищем арту. Так откуда-то отсюда нас шмаляло. Сейчас мы ее найдем. Ну, серьезно? Сука, и бежит 34-ка на меня, да? Блять, ну так нелепо, а. Ну так, может, разобьется. Тихо, погоди. В общем, это была тщательно продуманная стратегия. Поэтому настоятельно рекомендую это все записать и заучить наизусть. То есть мы добрались до поля врага, прикинулись дохлым, выманили вражеского ферзя, сделали рокировочку. Шах и мат! Струтех. Да чё ж ты такой душный-то, а? Ты ж, ну ты задрал здесь сосить уже, а? Чё я тебе сделаю, по-твоему? Сос! Ну что ж, дружок. Твоё умение сосить тебе сейчас поможет. Немножко. Я, раз мы уж тут такую ситуацию попали, то я тебе признаюсь. Я не настоящий артовод. Я даже, как бы это сказать, немножечко артофил. Help me! О, почти врезались. Избежал. А его ДТП не избежал. Хизя, дурак. Да что происходит? Че пробку создали на ровном месте, я не пойму. О, господи. О, господи. Это как две курицы на крузаках на парковке не могут место поделить. Вот что-то похоже. Сейчас бамперами потрутся, мужикам своим звонить начнут, трубку верещать, а потом поедут домой ремонт отрабатывать. Мадама, куда едешь? По зеркалам смотри, алло! Я ты еще утонул? Что происходит? Сегодня ж марафон запустил. Понятно. Тогда пасьянс сошелся. О, братан, пойдем вдвоем смотреть. Пойдем. ТВП подсветил каким-то чудом. Неважно. Такой, нырк. Сейчас надо нырк сделать. Нырк. Что? У меня как-то немного не сходится вот эта вот математика. Вот. Не сходится. Вообще. Никак. А у гриля там, по ходу дела, уже стул насквозь пробит. До соседской люстры. Excuse me. Вот это вот что? Вот это вот. Как это назвать? Мне, между прочим, аптечку никто не выдал. Я ее даже купить не мог. Рядом аптеки нету. И вот, по-вашему, чем я должен капитана заряжающим лечить? Подорожник в жопе привернуть теперь. Вот он. Черчиленок. Черчила. Как оно могло вообще настолько выше уйти? Что-то с бренометом моим стало. То ли дуло погнуло, то ли руки... То ли ВБР меня нахер послал.
А тут дудка не гнется, ну отлично. Надо с краешку. Я же умный, я же нашел возможность. Видали? Какая башка большая. Умная. Вот она и перевесила. Я не долезу. А с 45-м, по-моему, разговаривать не очень интересно. Вот один уже договорился. Еще и засветил меня, тварь. В смысле? Ты откуда ты взялся, алло? Слышь, у вас что, у педиков телепортаторы анальные какие-то? Как ты сюда десантировался вообще? Сука, тоже сдох. Камикадзе заднеприводный. Свет они хотят. Чем я им дам свет? Насветю. Всем насветю. Вот что... Мощный таран, смерть ебарам. А теперь упердуем отсюда аккурат. Все в говне, все попереломано, все контужено, все глушено. Вы что, не видите его, что ли, а? Ну шмляйте уже, вон он, вон. Вот, вот, правильно. Не зря съездил. Слышь, ты что, сохранился, что ты не видел, что своим другом сделал? Так же хочешь, что ли, алло? Куда прешься? На КД? Ну тебе на КД. Да-да, догони меня. Ну ты вообще рисковый. У меня тут коричневый пояс по бесконтактным боям. Хотя до этой встречи он белый был. Ты захватывай. Так, хорошо, прикинем. Ветер северо-западный. Чтобы прокормить одного индюка, нужно полкило комбикорма в сутки. А стрелять будем вот сюда. Сука, надо было так в школе задачи решать. 45-р. Тихо-тихо. Что это тут? Попячься-попячься началось. Стоять. Итак, кто у нас тут следующий? А то этот дуплетик еще никому не выдавал. Кто у нас тут? Не, он не посмеет. Слышь? Че ты смелый до хера? Иди сюда. И подожди, Ис. Подожди, у меня тут какой-то вот залетный пеструн. Ну, лови, тварь. Ну! Дядя, почему я тебя не вижу, дядя? И почему я слышу только поезд? Дядь, что случилось, дядь? А случилось то, что ты не на ту улицу свернул, поделка китайская. Упердывай на свой Алиэкспресс там, с ебаями. Ну то ездит он тут, дилдами стреляет. Тут серьезная игра, между прочим. Помощник приехал. Молодец. Пеструн, беги лучше отсюда. Ну правильно, он по Е5 выстрелил. Вот пойди просы, что у него в голове сейчас творится. Приехал пострелять по трупам союзников. СМЕ. Ничего себе. Не, ну это прям аттракцион невиданной щедрости. Это госпожи удачи. Однако. Еще один не пробил. Ну, все. Пеструн доездился. Больше никого. Так, трупы надо пододвинуть. Чтоб ты не объехал. Тихо. Тихо объезжай пока трупа. Хотя бы тебя забрать перед смертью. На! Как хорошо. Нет. Я, конечно, понимаю, что сейчас у тебя жопа как феникс пылает. Но я тебе сейчас помогу его остудить. Пукан твой. В ангаре! Дед возбудился! Кто крайний? Я за вами! Как его включается подзатыльник-то, а? Ну и дальше что? Я понимаю, что ты быстрее, но ты меня не обгонишь. В танковедении про клинч-то не писали, да? Я еще повоевать успею. Чуть-чуть выше. Че, под ручку поедем дальше, братан? Успокоился ты? Братик, ты жив? Нет, ты меня пугаешь, отреагируй хоть как-нибудь! Не, ну ребят, вы конечно молодцы, вы тут самые шустрые, сюда приехали. Еще и все загородили, ну дайте фраг-то хоть один. Ладно, автообстрел кинуть, че ж. Блин. Да чё ты меня разворачиваешь, придурок? Чё у тебя следы-то коричневые на асфальте, а? Вась, ты чё наделал? Чё вся дорога в говне? Так ты в чё вляпался? А, ты не... Ты тут обосрался, блядь!
А счет-то уже 1-8. Все тяжи закончились. Половина ПТ-шек и СТ-шек уже вырезан. Из ЛТ осталась только наша мадама, которая хоть и фуловая, но стоит на базе и просто смотрит с ужасом вот на это все. И как бы вроде 1-8, да, уже все слито. Я им разве тогда показывал этот реплей, если бы сейчас здесь все на сердечном приступе закончилось? А вот хренушки. Мадама, видимо, пошла в чулан, открыла старый бабушкин сундук и достала оттуда огромные такие, сука, стальные бычьи яйца, потому что иначе без них я не знаю, как она могла затащить эту катку. Ну тут же уже слив стопудовый, что ты, светляк, что он здесь делает? В женских-то хрупких руках-то, а? Ну чё, падла двуносый. Едет к тебе смерть, бревномёт... Нет. Ты думаешь, у меня дудка к тени поднимется? Чувствуешь себя там в безопасности, да? Я же могу левую гуслю задрать и тебя отодрать! Принимай мое картофельное, так точно. Обкатка новой машины. Машина-убийца. КВ-2Р. Решала. Ну, как бы Рагнарёк, но решала все-таки. Если кому-то вдруг жмет ебало, незамедлительно вызывайте решала. Что-то я какой-то слоган для ТНТ придумал. Кто засветил-то? И стерва вас не видит, и я вас не вижу. Я вас не вижу. Я вас не вижу, слышь, вы что делаете? Слышь, дяди грязные, это нечестно. Я не вижу вас. Что делаете? Наверное, все-таки пора прекращать так орать. А то скоро и жена так же бегать начнет. ИС-6. В фарме что-то стоишь, а? Слушай, гузлята. Гузлята, почему? На тебе по черепу, двуносый. А ты в ангар. Тарам-пам-пам. Пам-парам-парам. Такая пизда ебанутая вообще. Пам-пам-пам-пам. Так. Ну и чё ты меня палишь тут за углом? Тварь двуносая. Отвернись. О, какой послушная тварь. Два снаряда. В переносице тебе. Ну. Покажи какую-нибудь ноздрю. Левую, правую, левую. Вот. Левую. Опять промеж ноздрей. Стерва. О, кусочек стервы. В ангар. Следующий. Слышь, ну что ты? Ты что, жить устал, что ли? Что ты на меня бежишь? В ангар. Четыре. Надо пятый. Вот, пятый. Не добивайте его, пожалуйста, оставьте мне. Как хорошо. Ну чё, воина мне. Чё вы без меня делали тут все? Мне нужен воин. Ах ты, будка. Ну, тварь, ну сейчас я до тебя доеду. Я тебе, сука, все вырву. Я тебе твои же гусы, тебе ж... Какое это в тебя сбуздят? Месяц будешь фугасами срать! Вот он, не трогай его, объедок. Оставь, мне воин нужен. Я ж воин, я же... Воин подмостовых войск. У меня что-то тут такое подозрение, что вы без меня справитесь. Я пойду там спас. О. Вот он. Еще один безумный Макс. Только вот тот был дорогой ярости, а этот... С фугасом в заднице! Давай, высовывайся, лючки мои, повыцеливай. Я даже оглушенно тебя сейчас вмочу, давай. Давай, выбегай, чё ты сыр? Чего? Два... Чего? Где выходное отверстие, я не понял. Тут, там же внутри всех распрасило. Тут вот вход есть, где выход. Там вентиляторы явно не справятся, там проветривать надо как-то, алё. Где дырка сквозная-то? Два косаря, вы чё? Ты меня что нервируешь? И так нервы уж, ни к черту. Не, пойду компот из пустырника сварю. Пеструненок. Ну-ка. Посмотрим, насколько быстрый ты пеструн. Не особо быстрый. И осталось самое жирное чудовище на карте. И никто его пробить не пробивает, конечно, но... Так, значит, у него 1000 хп, у меня 1000 хп. Если я его сейчас в чердак пробью в полете, то я ему снесу где-то еще 400, и моей тушкой маленькой, слабенькой, я ему по башке пиздоквакну, и, может быть, даже добью. Главное сейчас его пробить. No. Как? Не-не, верните назад,
Так и было запланировано. Главный босс повержен, все, побеждайте теперь, холопы. О, Алексей. Алексей, выходите. Нет, ты целиком выходи, я тебе не хочу в башню стрелять. На! В смысле? Спасибо! Охеренно поздравил вообще. От души. Снимаю шляпу. У нас тут один мост, 4 светляка и 2 дебила. Абсолютно без чувства самосохранения. Вот прям Чип и Дейл. Ну, вернее, тут у нас вот Чип, Дейл, я не знаю, как вжик, гаечка. Бежит спасать этих замечательных парашютистов. Вот это ему вообще нормально, да? Вот он пошел с братца спасать своего там, со взводного. Ну, второго надо теперь спасти. Уже одного минусанул, надо со вторым что-то сделать, правильно? Тот даже вот, он даже гуслями не шевелит, он просто вот сидит башкой, мотает, вообще не понимает, где, почему здесь земля, почему земля мокрая. Только ты на дорогу лучше смотрел. Сидел он в телефоне, в свой мессенджер, эмодзи отправлял свои. Ну сидит тут черепом машет, что ты машешь? Гуслями что ли помотай, там, не знаю, там влево-вправо подергайся. Ну братец засирается, братец сейчас сам утонет уже, вот он же практически утонул сам. Ну, встань ты уже! То есть, он спасал, он делал все, что мог. Он сыграл взводом и минус 2. Охуительно поиграл. Держи 100 голды и не играй с ними больше.